Керченском заливе на льдинах дрейфуют тюлени и нерпы. Спасенных животных принимает Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в поселке Репино. Специалисты предполагали, что этот год станет особенно сложным. По сообщениям моряков, на льдинах в Финском заливе дрейфуют сотни тюленей. Сохраняется угроза, что детеныши могут быть разлучены с самками. Зоологи напоминают, подбирать тюленят со льда или берега самостоятельно ни в коем случае нельзя. Не стоит также приближаться к животным и обнаруживать свое присутствие. Детеныши нерп неоднократно замечали на берегах залива в Петродворцовом и Кронштадтском районах. Если вы увидите тюленя или нерпу на берегу, необходимо позвонить в Центр реабилитации по телефону 699-23-99. Он работает в круглосуточном режиме. Кроме того, фонд друзей Балтийской нерпы продолжает вести сбор средств на сезон на портале planeta.ru.